Сегодня в Чебоксарах на Волге под лед провалилась машина с пассажирами. Трагедия случилась возле мужского монастыря. Такой сценарий для спасательных учений написали сотрудники МЧС. На условное место ЧП выехала и наша съемочная группа. В период весеннего половодья спасательные службы всегда начеку. На условное место ЧП незамедлительно выезжают сотрудники МЧС. Мужчине, провалившемуся в полынью, требуется срочная помощь. Спасите, помогите! Сотрудники МЧС осторожно подбираются к пострадавшему и эвакуируют из опасной зоны. На берегу его уже ждут медики. Но по сценарию спасательная операция не завершена. В воде находится еще один человек. На его поиски подключает состав водолазной группы. Такие учения сотрудники МЧС проводят каждый год. В случае настоящего ЧП спасатель должен быть готов к любым непредвиденным обстоятельствам. Разное дно, разный рельеф. Разное течение, вот. Готовых одинаковых, как правило, не бывает случаев. Поэтому и проводятся вот эти отработки различных вот этих случаев проведения ЧС на водной акватории. Все это действие направлено как раз на повышение квалификации спасателей наших. Сотрудники МЧС предупреждают, во многих реках республики уже наблюдается подвижка льда. Так у специалистов серьезное опасение вызывает Сура и Волга. Лед на Волге буквально тает на глазах. Если пару дней назад, по словам МЧС, его толщина составляла 48 сантиметров, то сейчас лишь 30. Нижний Бьев, это Куйбышевское водохранилище от Чебоксарской ГЭС ниже в сторону Татарстана. По фарватеру уже открытая вода до Марпасада, только по краям берега остался ледовый покров. Вот. В районе Козловки уже местами участки открытой воды. Рыхлый и почерневший снег – верный признак того, что на лед выходить опасно, предостерегают специалисты. Но беда иногда поджидает совершенно в безобидных местах, как, например, в Шамуршинском районе, где погибла 10-летняя девочка. После 16 девочку никто не видел. Родители начали искать и лишь в районе 21 часа обнаружили в овраге утонувший в луже, которая образовалась от талых вод. Там нет водоема, там нет ручья. Сотрудники МЧС просят всех жителей республики быть предельно внимательными и не забывать лишний раз напоминать детям о правилах безопасности на льду. Вероника Павлова, Семен Антонов, Вести Чувашия.